Oneness is already there. Единство, оно, единство есть уже. Oneness already exists. Единство уже существует. That was quick. Это было быстро. Unity is already there. То есть единство, оно уже есть. The waves are the oceans, and the ocean are already one. Волны и океан — это уже одно. Awareness. Осознание, осознавание. That which is aware now. То, что сейчас осознает. There is something that is conscious now. Есть что-то, что сейчас сознает. There is a conscious presence now. Сейчас присутствует сознательное присутствие. Сейчас имеет место сознательное присутствие. Прямо сейчас. You are that conscious presence. И вы и есть это сознательное, осознанное присутствие. So consciousness. То есть сознание. Which is what is conscious. То есть то, что сознает, is already present. Уже присутствует. And it is you. И это вы. See, who is conscious now? Кто сейчас сознает? Or who is aware? Или кто сейчас осознает? I am aware, no? Я осознаю, да? Or I am conscious. Или я осознаю. Then awareness means what? Тогда осознавание означает что? If I am aware, если я осознаю, I am definitely means awareness. Без всяких сомнений, я и есть осознавание. And whatever you are aware of, и что бы вы ни осознавали, see, it's inseparable from you. Неотъемлемо, неотделимо от вас. There is no awareness on whatever and something that awareness is aware of. Нет осознавания и чего-то, чего-то вне осознания, что осознание осознает. The subject and the object. Субъект и объект. Are already. Уже. A single indivisible unit. Единое, неделимое целое. So every seeker. То есть каждый ищущий. Is driving his or herself crazy. Сводят себя с ума. See? To put together something that is already one. Сложить вместе, пытаясь соединить вместе то, что уже едино. See? With your efforts. При помощи ваших усилий. Your effort, it is something like this. Ваши усилия — это что-то вроде этого. You are holding a glue, a container with glue. Вы держите такой контейнер с клеем. And you are trying to glue the ocean and the waves. И пытаетесь склеить океан и волны. See? This is what the seeker is doing. Вот это именно то, чем ищущий, духовно ищущий занимается. And this is what seeking is all about. И вот об этом-то все, весь и поиск, стремление. You're seeking for something that is already there. То есть это поиск чего-то, что уже есть. And it is who you are. И это то, кто вы есть. Это вы. I am conscious of this body. Я осознаю это тело. Listen carefully to what I'm saying. Слушайте внимательно то, что я говорю. This is the only thing that you need to do. Это единственное, что вам нужно делать, просто слушать. Just listen carefully. Просто слушайте внимательно. You don't have to do anything. Вам ничего не надо делать. I will work for you. Я за вас буду работать. See? I am conscious of this body. То есть я осознаю это тело. There is I am.
То есть есть я, вот этот я есть, я, мы по-русски так не говорим, я есть, осознаю это тело, то есть я осознаю это тело. Conscious. То есть я сознаю. I am conscious of this body. Я сознаю это тело. Because consciousness is present. Потому что я сознаю это тело, потому что сознание присутствует. I am conscious of this body. Я сознаю это тело. I am conscious of it. Я сознаю это. Then what I am means. Тогда чем же я являюсь? If I was sleeping, если бы я спал, I am not conscious of the body. Я бы не сознавал тело. See, the I am, то есть я, вот what это, I am, вот, то есть я, вот это я есть, see, то, чем я являюсь, exist, существует, see, whether is conscious of the body or not. Сознаю ли я тело или нет. Вот это я есть, вот это я существует вне зависимости от того, сознаю я тело или нет. So what I am, то есть то, чем я являюсь, which is what you are, а это то же самое, чем являетесь вы, is even beyond consciousness. Находится даже за пределами сознания. Yeah. Классно. We have some nitroglycerin seekers here today. Сегодня здесь присутствуют некоторые ищущие из разряда нитроглицерин. Touching a little bit and чуть-чуть прикосновение и прорвало. Are you following? Понимаете? I am conscious of something. Я сознаю что-то. I am not conscious of something. Или я не сознаю что-то. I am. Я. Is always there. То есть вот этот я, вот это я есть, оно все время присутствует. I am. Я есть. Is ever present. Вечно присутствует. I am. Вот это я есть. Is immortal. Бессмертно. I am is. Вечно. Independent from anything. Вот это я есть. Это я есть, это я, независимо ни от чего. I am is free from everything. Это я есть, я свободна от всего. And I am that I am. И я есть это, я есть это, я есть. And you are that I am. И вы тоже являетесь этим я есть. Because that which is conscious here. Потому что то, что здесь сознает. Is that which is conscious there. Это то, что сознает там. That which is present here. То, что здесь присутствует. That is that which is present there. Это то, что присутствует в вас. That from where это то, что присутствует здесь. That from where these words are coming from. То, откуда эти слова приходят. Is that from where these are words are arriving at. Это то, куда эти слова прибывают. And you can realize this. И вы можете реализовать это. Only if you give up all your efforts. Только если вы отложите все ваши усилия, оставите все свои попытки, усилия. This cannot be given by anyone. Это не может быть дано никем. This cannot be taken away from you by anyone. Это не может быть вам дано кем-то, кем бы то ни было, и это не может быть кем бы то ни было у вас отобрано или забрано. Because you are this. Потому что вы и есть это. No practice can help you. И никакая практика не может в этом помочь. Because practice means that what I'm looking for is not there. Потому что практика означает, что подразумевает, что то, что я ищу, этого сейчас нет. I am seeking because I believe that what I'm seeking is not there. То есть я ищу, я стремлюсь к чему-то, потому что во мне присутствует убеждение, что то, к чему я стремлюсь, или то, что я ищу, этого еще нет.
I am looking for consciousness. Я ищу сознание. For the divine consciousness. Или божественное сознание. You are looking for yourself. Вы ищете себя. You just don't know it. Вы просто не знаете этого. But if you stop for a second. Но если вы на секундочку остановитесь. If you stop seeking for anything. Если вы перестанете искать, прекратите эту это стремление, этот поиск. Your mind will keep quiet. Ваш ум успокоится, ваш ум умолкнет. For one moment or two. На момент или два. That is all what you need. Это все, что вам нужно. One moment of recognition. Один момент, одно мгновение распознавания. That you are not thinking. Что вы не думаете. And yet you are. И при этом вы есть. You are not thinking. Вы не думаете. And yet you are aware. И тем не менее вы осознаете. And in that moment of no thoughts. И в этот момент отсутствия мыслей. You can realize that what you are is just awareness. Вы можете реализовать, что вы являетесь осознаванием. And that what awareness is aware of is inseparable from itself. И то, что осознание осознает, неотделимо от него. That there is only oneness. Что есть только единство. Not even unity, but oneness. Даже не воссоединение, просто единство. Есть только одно. Есть не единение, а единство. Everything that happens. Все, что происходит. Is an expression, manifestation of awareness. Является проявлением, манифестацией осознания. Spontaneous. Спонтанным. Whether your thoughts and your actions are conditioned by ideas, past memory. Даже если ваши мысли и действия обусловлены памятью, прошлым. Even that is happening spontaneously. Effortlessly. Даже это происходит спонтанно, без усилия. Everything just happens. Все просто происходит. Effortlessly. Без усилия. Your efforts to control it. Ваши усилия, попытки контролировать это. To prolong it. Как-то это продлить. To keep it. Удержать. To get rid of. Избавиться от чего-то. It's itself. Bondage. Само по себе и есть. It is self-struggling, suffering, misery. По себе и есть оковы, страдания, борьба. Any question? Есть вопросы? There must be a question by now. К этому моменту уже должны появиться вопросы. There must be already something itching within you. Что-то уже наверняка чешется в вас. Ready to come to the surface. Yes. Готовы выйти на поверхность. Yes. Да. Would you like to do it from there? Вы хотите это сделать оттуда или сюда выйти? From there. You want to come here? No, she wants from there, but no. I come here. Come here it is better. We can talk. Don't believe what I'm saying. Don't believe what I'm saying. Не верьте мне на слово, не верьте в то, что я говорю. Please. I am not a teacher. Пожалуйста, я не учитель. Yeah, come. With shoes. А с обувью, обувь. No shoes, what different. Ну, как вам больше нравится? Вы знаете, я сегодня совершенно случайно услышала, что будет мастер-гуру, как мне сказали. И мне очень хотелось попасть на сегодняшнюю встречу. Дело в том, что я понимаю, что, предположим, человек и Вселенная – это едины. В общем, у меня такой вопрос. Последние года три, наверное, меня постоянно сопутствуют неудачи. И я всяческим образом хочу как-то бороться с этим и
Ну, в общем, стараюсь как-то поправить ситуацию. В общем, у меня ничего не получается. Я за этот год похудела на 11 килограмм. В общем, никакой терапии по похудению не нужно. И я хотела бы спросить, что я делаю не так вообще или чего? Почему так все случается? Почему со мною такое происходит? Okay, у меня вопрос такой, очень тревожащий меня. Okay, this is a very important question, really bothering me, and I came here just by chance. Because I heard that some guru is going to be here, and I understand that me and the universe are one and all this stuff, but you know, for already 3 years, it's like constant and something is happening, like troubles and problems and so on. I lost 11 kilos in 1 year, and you don't need any therapies, nothing to lose weight. You're just going through all the time, some troubles are happening. Why is this happening to me? And what am I doing wrong? Okay, and I'm trying to do something about it, and I'm struggling, and what am I doing wrong? What am I doing wrong? Я потеряла бизнес. У меня вообще сейчас денег практически на хлеб насущный. I basically have no money, only for bread. What is happening? I would like to know. For you to come here and ask this question. Ну и все это происходит, чтобы вы сюда пришли и задали этот вопрос. Спасибо. Thank you very much. Okay. No, don't go. Wait. Нет, еще не все. That is part of the answer. Это часть ответа. Why this is happening to me? Почему это происходит со мной? That's the question. Вопрос. Таков вопрос. Why this is happening to me? Почему это происходит со мной? Well, this is not happening to you. На самом деле это не происходит с вами. This is something that is happening. Это что-то, что происходит. And you are conscious of it. И вы осознаете это. Yes. But it's not happening to you. Но это не происходит с вами. It is happening by itself. Это само по себе происходит. But it's, you think it is happening to you. Но вы думаете, что это происходит с вами? Because you identify yourself. Потому что вы отождествляете себя. Strongly. Неверно. With something that is also happening. С чем-то, что также просто происходит. Which is that physical form, that body. С этой физической формой, с этим телом. That you call you. Которое вы называете собой. Это я. But it's me. That is the problem. Вот в этом-то проблема. That is not you. Это не вы. It is yours. Это ваше. It is inseparable from это you. Неотделимо от вас, неотъемлемо от вас. Somehow it is also you. Каким-то образом это тоже вы. But it's not really you. Но не совсем вы. See, you are not the body. Вы не тело. Or you are not limited to the body. Или вы не ограничены телом. You are not limited to that particular individual form. Вы не ограничены этой конкретной индивидуальной формой. You understand this with your mind. Нет, вы понимаете это при помощи ума только. Умом. Интеллектом. But this has to become your own experience. Но это должно стать вашим переживанием, вашим опытом. This has to be your own recognition. Это должно быть вашим распознаванием, вашим открытием. That is what I'm saying. Don't believe in what I am saying. Поэтому я и говорю, не верьте мне на слово, не верьте в то, что я говорю, просто вера слепая. Because then you will go today out of this hall. I understand it. Потому что иначе вы выйдете из этого зала сегодня с уверенностью, что вы понимаете это. That is not understanding. Но это не понимание. When you recognize this from your own experience, that is understanding. Когда вы это распознаете, когда вы это открываете, когда это ваш опыт, тогда это понимание. Or you will go out of here and say, "Oh, I believe in Caesar." Или вы выйдете из зала с верой в Цезаря. Скажете, я верю Цезарю. That's terrible. А это ужасно. You will get out of here with another belief. То есть вы выйдете отсюда с очередным убеждением, с очередной верой. With another idea that you will believe in. С еще одной идеей, в которую вы начнете верить, в которую вы будете верить. Imagine that I put anesthesia to your body now. Представьте, что я сейчас вот ввел снотворное там анестезию в ваше тело. Just imagine. Просто давайте вообразим. Or that you fall asleep. Или что вы уснули. And there are no dreams. И вы уснули без сновидений. Сон глубокий, без сновидений. There is nothing. То есть там ничего нет. Have you experienced deep sleep?
У вас был глубокий сон? Переживали вы глубокий сон? The dreamless state? Это отсутствие сновидений. Я практически каждую ночь вижу сны. Practically every night I see dreams. Ярко выраженные, цветные. Very bright, colorful. Yes, yes. But that was not my question. Да, но мой вопрос был другим. Что? Have you experienced the dreamless state? Было ли у вас глубокое сновидение без глубокий сон без сновидений? No. No. Well, then this is going to be difficult to understand. Да, тогда будет тяжело понять. Have you ever faint? А вы когда-нибудь теряли сознание, падали в обморок? No. Had you ever gone through any operation? Через какую-нибудь операцию проходили? Да. Yes. Yes. The doctor put it anesthesia, no? То есть доктор вводит анестезию или как это называется? Наркоз. Yeah. Наркоз. And everything disappeared. И все, как ввел наркоз, и все исчезло. Все исчезло, но тем не менее я в этот момент тоже видела что-то. All disappeared, but at anywhere in that moment, у меня не было глубокого сна, я тоже что-то видела. I was not in a deep sleep, I saw something. Okay. Так. Ну так. You are conscious of this body. Хорошо. Вы сознаете это тело. There is something that feels this body. То есть есть что-то, что чувствует это тело. I experience this body. То есть я переживаю это тело, я его ощущаю. I am sensing this body. То есть я чувствую это тело. Even when people refer to their body, they say my body. Даже когда люди говорят о своем теле, они говорят мое тело. Yeah. It is my body. То есть это мое тело. It is someone's body. Или это чье-то тело. See? So something is experiencing this body. То есть что-то переживает это тело. And it's not the body. И то, что переживает это тело, не является телом. See? Душа. Душа. Soul. Yes, but I don't want you to guess. Да, но я не хочу, чтобы вы догадывались. This is not a guessing game. То есть это не игра в догадки. This is to see if you can recognize this truth by yourself. Это, давайте посмотрим, можете вы распознать эту истину сами, открыть эту истину для себя. There is something so powerfully shining within yourself right now as a sense of being, a sense of presence. Есть что-то очень мощно, явно переживается в вас, как чувство бытия, присутствия. Вы знаете, я читала, ну, не так много книг, предположим, you know, да, но I was тем не менее not so читала, many books, что anyway, я повторюсь, reading, что человек является частичной, мощной вселенной. That the human так, быть being может, вот эти какие-то волны там, чего-то там случается. Universe. Но я это все как бы чувствую, я переживаю. Это так? And all these waves are happening, and I don't know. Не знаю. See, we are investigating together. Видите, мы вместе исследуем сейчас. But we grab an idea that we read. You see? И в тот момент, когда мы исследуем, вы хватаете какую-то идею и начинаете думать об этом. And off we go. И вас уносит. And then we lose track of oneself. И мы теряем себя из виду. This is why you don't know who you are. Поэтому вы не знаете, кто вы. This is why you don't realize awareness. Поэтому вы не реализуете осознавание, не осознаете осознавание. Because you are always playing with an object. Потому что вы все время играете с объектами. Knowledge is also an object. Знание — это тоже объект. Тантра, мантра, янтра, кундалини, бла-бла-бла. This is objects. Тантра, мантра, янтра, кундалини и так далее — это тоже объекты. Whatever happens. Все, что происходит. Depends upon something that is present that recognizes it. Что бы ни происходило, абсолютно все зависит от того, что распознает происходящее. And this we don't know. И это-то мы и не знаем. We don't know oneself. Мы не знаем себя. We know everything. Мы знаем все. See? Even shamans knows everything. Даже шаманы все знают. But I can guarantee you that most of them don't know who they are. Но я могу гарантировать, что большинство из них не знают, кто они. That is the mystic side of spirituality. Это мистическая сторона духовности. See? This is the real side of spirituality. Это реальная сторона духовности. Who am I? Кто я? To know yourself. Чтобы познать себя, знать себя.
is spirituality. Знать себя есть духовность. To know yourself as the spirit that transcends the body is spirituality. Познать себя, знать себя как дух, который трансцендирует, выходит за пределы тела, есть духовность. And you are that now. И вы это сейчас. You are experiencing this form. Вы переживаете эту форму. But experience of this form, но it is formless. Но тот, кто переживает эту форму, бесформенный. То, что переживает эту форму, не имеет формы. The spirit is formless. Дух, он без формы. And it transcends this body. И трансцендирует, выходит, он находится за пределами этой формы. So you are experiencing this. То есть you are experiencing this. Вы переживаете это тело. And what you call your life. И то, что вы называете своей жизнью. But it's not happening to you. Но все это не происходит с вами. Nothing happens to the spirit. Ничто не происходит с духом. Nothing happens to this present awareness. Ничто не происходит с этим присутствующим осознаванием. Что тогда это? Then what? Что это тогда? Then what is it then? You're doing nothing wrong. Вы ничего не делаете не так. You, as any other human being, are running after an idea. Вы, как любое другое человеческое существо, как любой другой человек, бежите за идеей. В погоне находитесь за идеей. And the identity that comes with it. И отождествление, которое приходит с этим. Success. Удача. Fame. Успех. Слава. Money. Деньги. Name. Имя. Fame. Whatever that you are looking after, looking for. Все, чего вы ищете. See? I want to become something. То есть я хочу чем-то, кем-то стать. I want to get something. Я хочу что-то заполучить. See? And when I get something. И когда я что-то получу. When I become someone. Когда я кем-то стану. Then I can attach a title to myself. This is me. Вот тогда я смогу этот титул этот титул себе взять. Вот это я. Вот это уже я. This is myself. Вот это я. See? But now, но сейчас you say, what is happening to me? Вы говорите, что происходит со мной? Because this, you cannot hold that identity. Потому что вы не можете удерживать это отождествление. You cannot hold your identity with form. То есть вы не можете удерживать отождествление с формой. And life is doing you a favor. И жизнь вам делает услугу. It is smashing all that. Она все это разбивает. For you to wake up from the dream of identity with form. Для того, чтобы вы пробудились от сна отождествления с формой. For you to come here and ask this question, what's going on? Для того, чтобы вы пришли сюда и задали этот вопрос, что происходит? Something is happening and I cannot control it. Что-то происходит, и я не могу это контролировать. As much as I push the buttons, I cannot control it. Сколько бы я ни нажимала на кнопки, я не могу это контролировать. As much as I try, whatever it is, I can't. Сколько бы я ни пыталась, я не могу, что угодно, я не могу, не получается. If for you to understand that you have no control whatsoever over what happens. Для того, чтобы вы поняли, что у вас нет контроля абсолютно над тем, что происходит. And that your effort to control, и что ваши усилия контролировать, it is really what is driving you crazy. Это именно то, что сводит вас с ума. It is really what is taking your peace away from you. Это то, что забирает у вас покой, отнимает ваш покой. Совершенно верно. Right. You are. This is what is happening. То есть это то, что происходит. My hair is growing. Мои волосы растут. I'm not. Controlling it. Я не контролирую это. It is just growing. Они просто растут. Isn't it? Не так ли? Да, конечно. And this heart is beating. И это сердце бьется. I am not beating the heart. Я не делаю так, чтобы это сердце билось. It is happening. Это происходит. See? And the wind is blowing. И ветер дует. Everything is happening. Все происходит. And there is awareness of everything happening. И есть осознавание всего происходящего. See? But it's not happening to awareness. Но все это не происходит с осознаванием. Awareness is just aware that it is happening. Осознание просто осознает, как все это происходит.
It is conscious of what happens in the body. Оно осознает то, что происходит в теле. It is conscious what happens around the body. Оно осознает то, что происходит вокруг тела. See? But in reality, nothing is happening to it. Но в реальности ничто, на самом деле, ничто не происходит с ним, с осознанием. Only if you identify yourself with it. Только если вы отождествляете себя. Then you think with the form. С формой, с телом. Then you think it is happening to me. Тогда вы начинаете думать, что это происходит со мной. And of course, this is not supposed to be happening. И уж, конечно, это не должно происходить. Because yes. Не согласен, вроде бы. Yes. What is supposed to be happening? А то, что должно происходить. Is what happens in Cosmopolitan magazine. Это то, что происходит в журнале Cosmopolitan. Or what happens elsewhere. Или еще где-то. An idea. Вот идея. See, something that happens. Что-то, что происходит. And it's just memory. Это просто память. And we want to hold that. А мы хотим это удержать. You see, you want to prolong that. Мы хотим это продлить. Or you want to get rid of that. Или хотим избавиться that от этого. Just impossible. А это невозможно. Life is movement. Жизнь — это движение. Constant movement. Постоянное движение. Always changing. Все время меняется. You can't control everything. Вы не можете ничего контролировать. That is the nature of life. Это природа жизни. Constant movement. Постоянное движение. Everything is subject to change. Все является объектом для изменения. The only thing that does not change. Единственное, что не меняется. The only thing that does not move. Единственное, что не движется. Is yourself. Это вы. Who you are. То, кто вы есть. That recognizes this movement, these changes. То, что распознает все это движение, эти изменения. Only if you recognize awareness as your being, yourself. Только когда вы распознаете себя как это осознавание, как это бытие, there will be an endless effort. До этого момента будет присутствовать бесконечное усилие. To achieve. Постоянные попытки что-то to get, заполучить, to добиться be, чего-то, to become, кем-то стать, to get rid of, избавиться от чего-то. And this is karma. И это карма. See? I want to repeat something that already occurred. То есть я хочу повторить что-то, что уже произошло, происходило. And I can't. А не могу. If it is pleasant, you want it to happen again. Если это приятное что-то, вы хотите, чтобы это снова произошло. And then you grab your little idea, which is an experience that left an imprint within you, memory. И тогда вы хватаетесь за эту маленькую идею, то есть какое-то переживание, которое оставило в вас отпечаток в виде памяти. And life becomes about that. И жизнь становится об этом. That's your idea of life. Вот такова ваша идея о жизни. That's your identity. With it. Отождествление, ваше отождествление с этой идеей. And then you are all the time driving yourself crazy, trying to project that in the future. Вы постоянно сводите себя с ума, пытаясь проецировать это в будущее. Forgetting that when it happened by itself. Забывая, что когда это произошло, это произошло само по себе. See? So we go on experiencing things through this body or in this body. То есть мы продолжаем переживать какие-то вещи через это тело. And we go on recording that. И мы продолжаем записывать это. And we go on trying to either repeat that. И мы постоянно продолжаем или повторить это. If it is pleasant. Если это pleasant. Если это приятно, and if it is unpleasant, а если это неприятно, I want to make sure that doesn't happen again. То я хочу убедиться, что это больше никогда не произойдет. And there is your plan. И вот он ваш план. See? There is your strategy. Ваша стратегия. There is your system. Ваша система. In what you believe. В которую вы верите. That if you follow it. Что, и вы верите, что если вы будете следовать этой системе. This is going to be always there. This is never going to be there. То вот что-то будет все время там, а вот чего-то все время там не будет. And it never works. А эта система не работает, никогда не работала. This is why it's called belief system. Поэтому она и называется система убеждений. It's a system that you believe. Это система, в которую вы верите. That you believe that if you follow it. Вы верите, что если вы будете следовать этой системе убеждений. You will be okay. Вы будете в порядке. You will be fine. Вы будете
you will be happy. С вами все будет хорошо, и вы будете счастливы. And then at some point life comes. И в какой-то момент приходит жизнь. And smashes all that. И разбивает дребезги все это. My husband runs away. Муж мой убегает. With a younger, beautiful girl. С молодой, прекрасной, красивой девушкой. See? Oh, my girlfriend runs away with a nice-looking rich man. Или моя жена, моя девушка убегает с красивым, богатым человеком, мужчиной. An earthquake comes and devastates my empire. Или случается землетрясение и разрушает вдребезги мою империю. Something happens. Что-то происходит. And that what you experience. И то, что вы переживаете, форма, которую жизнь приобретает в этот конкретный момент, исчезает. Apparently yourself also disappears. И тогда кажется, что вместе с этим исчезаете и вы. You disappear. Ваше ощущение себя. You also disappear in it. Вы тоже исчезаете в этом. Yeah. Are you following? Понимаете? I hope so, because я надеюсь. This may be the most important conversation of your life. Потому что это может быть самая важная беседа в вашей жизни. Because peace depends upon this. Потому что покой зависит от этого. To know yourself as peace. Познать себя как покой. Знать себя как покой. Now in this moment. Сейчас в этот момент. There, where you are seated there. Вот прямо там, где вы сейчас сидите. Your life situation must be the same outside of this hall. Ваша жизненная ситуация наверняка такая же вот вне этого зала. I don't know what is it. Я не знаю, какова она. But it doesn't seem to me that it is quite pleasant. Но мне не кажется, что она довольно приятная. Seems to me that something is collapsing out there. Сдается мне, что что-то там рушится. Okay. And now you have this moment also. И вот сейчас у вас есть этот данный момент также. Now, right here, right now. Прямо здесь, прямо сейчас. Okay. Что я должна сделать? What shall I do? Okay, now that's the question. What shall I do? Да, вот в этом-то вопрос. Что я должна делать? Absolutely nothing. Абсолютно ничего. In this moment. В данный момент. Right here, right now. Прямо здесь, прямо сейчас. Do not try to change anything. Не пытайтесь изменить ничего. Just for one minute. Одну минуту. One minute of forgetfulness of what happens. На одну минуту забудьте все, что происходит. And tell me what is experience. И скажите мне, что за переживание. Переживаний никаких нет вот сейчас. Если я перестала о чем-либо думать, у меня нет переживаний. If I stop thinking about anything, there is no experiences. There is no experiences. Если нет переживаний, not that there is no experiences. Это не так, что переживаний нет. Experiences are there. Переживания, они очень даже you есть. Are just not thinking about them. Вы просто не думаете о них. And when you don't think about what happens, а когда вы не думаете о том, что происходит, what happens are experiences. Sorry? What happens are experiences. What happens? Are experiences. То, что происходит, является переживаниями. See? Tell me what is your state, your inner state. Скажите мне, каково ваше внутреннее состояние, ощущение? Tell me how на do данный you момент мне стало поспокойнее на душе. And there is more, there is a little bit more peace. Немножко больше покоя, да? In my soul. В моей душе. Okay. То есть я так понимаю, что думать не нужно. So the peace of the soul depends upon what? То есть покой души зависит от чего? От мыслей в голове. From the thoughts in the head. Exactly. Именно. Exactly. Именно. So your life situation is not the problem. То есть ваша жизненная ситуация не является проблемой. What you think about your life situation is the problem. Вот то, что вы думаете о вашей жизненной ситуации, это и есть проблема. All together with the identity with it. Вместе с отождествлением с этой жизненной ситуацией. See? Because now I am a failure. Потому что сейчас я неудачница. I am. Yes. Yes. You are not failing. Вы не претерпеваете неудачу. Life is just changing. Жизнь просто меняется. It's just changing. Просто меняется. See? Or it may be the opposite.
Или, может быть, наоборот, прям противоположно. Poof, your business start growing and you become the richest woman of Russia. Ваш бизнес начинает расти, и вы становитесь самой богатой женщиной России. That is myself. Вот это я. That is me. You see? Это я. This is just happening. А это просто происходит. See? It's your identity with it, the problem. Вот проблема — это отождествление с тем, что происходит. You understand that, no? Now, if you did, я понимаю. If you look at yourself, то есть если вы посмотрите на себя, I am here, то есть я здесь, I am present, я присутствую, I exist, я существую, I am aware, я осознаю, I am conscious, я осознаю. If you become, if you shift your attention, если вы переведете свое внимание from your life situation, с вашей жизненной ситуации, and you shift it to the one that is conscious of that life situation. И переведете внимание с вашей жизненной ситуации на того, кто осознает эту ситуацию. You will find yourself not being in peace. Вы не просто обнаружите себя, что вы в покое. But being peace itself. Вы обнаружите, что вы и являетесь покоем, что вы и есть сам покой. Silence itself. Сама тишина. Happiness itself. Само счастье. Love itself. Сама любовь. And it is completely independent from anything. Это совершенно не зависит ни от чего. It is here and now. Это здесь и сейчас. It is always there. Это всегда есть. You're right. Yes. Да. Yes. Вы правы, да. Yes. You can get something from the world. Вы можете что-то получить от мира. And for that you may need money. It's natural. И для этого вам могут быть нужны деньги, это естественно. I would like to have a Napoleon cake. Я бы хотел съесть торт Наполеон. With a nice cappuccino. С хорошей чашечкой капучино. And I go to a coffee place, to a restaurant. Я иду в кафе или в ресторан. Tick, 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 and I have it. И съедаю это. Yummy. Вкусно. That is an experience. Это переживание. It is pleasure. Это опыт, это удовольствие. But it's not happiness. Но это не счастье. It's not happiness. Это не счастье. It's not peace. Это не покой. There's no happiness in a Napoleon cake. Нет счастья в торте Наполеон. There is no peace in the money. Нет покоя в деньгах. Or I can have 1 kilo of Napoleon cake in my fridge. Или у меня может быть килограмм торта Наполеон в моем холодильнике. And 3 kilos of coffee in the cupboard. И 3 килограмма кофе в шкафчике. And somebody can come and steal it. И кто-то может прийти и украсть все это. Окей. Окей. I am okay. Я окей. I am in peace. Я в покое. I am happy. Я счастлив. Because it doesn't depend upon any form. Потому что это не зависит ни от какой формы. Myself does not depend upon form. То есть я не зависит ни от какой формы. On the contrary, form depends upon myself. Наоборот, форма зависит от меня. Because form cannot exist without me, the one that recognizes it. То есть потому что форма не может существовать без меня, без того, кто распознает ее. The object cannot exist without the subject. Объект не может существовать без субъекта. But the subject can exist without the object. Но субъект может существовать без объекта. If you would experience deep sleep, если бы вы, у вас было бы переживание глубокого сна при отсутствии сновидений, which is very cool, а это очень здорово, because everything disappears, потому что абсолютно все исчезает, no dreams, никаких снов, no body, no mind, nothing, ни тела, ни ума, вообще ничего. And if you ask me, Caesar, если вы спросите меня, Цезарь, did you exist in deep sleep? Существуешь ли ты в глубоком сне? And I tell you, no. Я скажу тебе, нет. I was not there. Меня там не было. How can I say I am not there? Как я могу сказать, что меня там не было? I am there. То есть я там. Even if I am not there. Даже если меня там нет. I have to be there to say I am not there. Я должен там быть, чтобы сказать, что меня там не было. So I. То есть я. Or I am. То, чем я являюсь. Is completely, completely independent from anything. Абсолютно, ну вообще абсолютно не зависит ни от чего, независимо ни от чего.
You're free. Вы свободны. From everything. От всего. Everyone. От всех. Yeah. And if you are that already. Если вы уже являетесь этим. If you are. Если вы есть. What do you need to know? To do, to know that you are. Что вам надо такого делать, чтобы знать, что вы есть? Even if you repeat the so-called the highest mantra, the non-dual mantra. Даже если вы будете повторять так называемую высшую мантру, недуальную мантру. Which is I am. То есть, которая является этой мантрой я есть, я есть. Soham, no? Soham. I am, no? Я есть. Even if you think I am, I am. Даже если вы думаете, я есть, я есть. You are. Вы есть. Before you think I am. До того, как вы подумали, что вы есть. You see? This is, I'm telling you. You will find this ridiculous. Вы обнаружите, что это глупо. Why ridiculous? It is like that. А? Why ridiculous it is like that? No, you will find ridiculous all your worries and your search and all your struggles. Нет, вы обнаружите, что глупы вот все эти ваши волнения, поиски и так далее. The worldly people. Люди так называемые мирские. Are in a mission. Они в миссии. Looking for money. Ищут денег. More money. Больше денег. More muscles. Больше мышц. More properties. Больше недвижимости. Больше чего-то. Something. Мы живем в материальном мире, и, конечно же, каждый из нас согласится, что без денег жить тяжковато. Подождите, подождите. Wait, step by step. Подождите, шаг за шагом. This is a nice talk. Because basically we are elaborating the whole subject. Это хорошая у нас беседа, потому что мы в основном покрываем всю тему. We are dealing with the whole thing in one talk. Видите, мы все покрываем одной беседой. Okay, and then the worldly people. То есть вот люди так называемые мирские. Are in a mission looking for something. Они вот в этой миссии пребывают, ищут чего-то. It's only when I get that something. И они думают, что только когда я заполучу вот то, к чему я стремлюсь. When I will be happy. Тогда-то я буду счастлив. And then, there I will rest. И тогда, вот you know? Потом, вот тогда-то я и отдохну. Then I will be in peace. Тогда я буду в покое. But between here and there. Но между настоящим моментом и этим будущим. I am driving myself crazy. Я себя с ума свожу. And other people crazy too. И всех остальных вокруг меня тоже. See? Like Lenin, for example. Как Ленин, например. He was driving himself crazy. Он себя с ума сводил. And many other people. И еще много людей вокруг. See, when you get there. А когда вы туда попадем, вот когда мы достигнем вот того-то. Then everything will be okay. Вот тогда-то все будет в порядке. See, whether it's communism, capitalism. Здесь неважно, что это коммунизм, капитализм. Mercantilism. Меркантилизм. Socialism. Социализм. Christianism. Христианство. Whatever it is. Или еще что-то. Because religion also sells you an idea. Потому что религия тоже продает нам идею. That if you follow this system, что если вы будете следовать этой системе, in the future, в будущем, when you die, когда вы умрете, you will be in peace. Вы будете в покое. You will rest in peace. Вы начнете наконец покоиться с миром. You see? For peace is now. Но покой он сейчас. Right here, right now. Прямо здесь и сейчас. So is happiness. Так же и счастье. So is love. Так же и любовь. So is God. Так же и Бог. Because it is you. Потому что это вы. You yourself are God. Вы и являетесь Богом. God means I am. Бог означает я есть. And I am here. Я есть здесь. The I am is already here. Я есть уже здесь. And then the spiritual people. Да, духовные люди. They're also driving themselves crazy. Тоже себя с ума сводят. Making so much effort. Прилагают столько усилий. To get enlightened. Чтобы просветлеть. You see? See, both of them are nuts. То есть все одни и другие сумасшедшие. Always looking for something. Все время чего-то ищут. See,
Because it's not here. Потому что то, чего не ищет, конечно же, не здесь. I am not happy now. Я сейчас несчастлив. Something is missing. Чего-то не хватает. I need something to be happy. И что-то мне нужно, чтобы стать счастливым. I need somebody to be okay. Или кто-то мне нужен, чтобы быть в порядке. You see? More muscles. Больше мышц. See? More energy. Больше энергии. More something. Чего-то еще побольше. See? But if you forget everything, но если вы просто обо всем, все это забываете, откладываете на секундочку, если вы на секунду притормозите and you stop seeking, и перестанете искать чего бы то ни было, the mind, ум and you experience peace. И вы переживаете покой. That's yourself. That's то есть себя. The essence of your beingness is peace. Суть вашего бытия и есть покой. You see? Видите? Look how beautiful she looks. Ой, какая прекрасна. Yeah. Of course you need money to live. Конечно, вам нужны деньги, чтобы жить. To get some food or some clothes. Чтобы приобрести пищу, еду или одежду. Но мне нужны деньги, чтобы быть счастливым. You cannot be happy. You cannot buy happiness with money. With what? With money. Нельзя же купить счастье на деньги. See? I agree with you. Yes, yes. But anyway. Anyway. Но тем не менее. But anyway. Да, но тем не менее. You see, all ideas possess you. You see? Видите, старые идеи захватывают вас. And then you believe them again. И вы снова в них верите. And then you identify yourself with them. И отождествляете себя с ними. And then you give them fuel. И таким образом их накачиваете бензином. And the train goes back. И поезд понесся. In a mission, опять в миссии, to get something, заполучить что-то, to experience something, пережить что-то, that it is right here, right now. Что уже здесь и сейчас. And it is your own self. Это вы сами, это ваша суть, ваше истинное я. I don't want you to get muscle cramps. Не хочу, чтобы у вас руку свело. Это нормально. Do you experience that peace now? Вы experience that peace now? Вы пережили этот покой сейчас? Вы испытали его? A little bit. And I can guarantee you this. Я вам могу это гарантировать. Okay. Less you worry about all this. Чем меньше вы волнуетесь обо всем этом, this bothers you less. То это начинает вас меньше беспокоить. If you stop worry about the world, если вы перестаете волноваться по поводу мира, running after the world, попытки бегать за миром, paying so much attention to the world, обращать слишком много внимания, столько внимания на этот мир, the world gets jealous. Мир начинает, он ревнивый. Если вы не обращаете внимания на мир, мир приходит к вашему порогу, hey, I'm here. Говорит, я здесь, hey, see, I brought you this. Я тебе принес это. You for you to pay attention to it. Просто, чтобы ты обратила на это внимание. Basically, our life situation, our life situation, в основном наша жизненная ситуация, is a projection, это проекция, of an idea, идеи, a thought, мысли, that we got from somewhere, которую мы где-то у кого-то подхватили. If you let go everything, а если вы отпустите все, I'm talking about the possibility to live effortlessly, я говорю о возможности жить без усилий. I'm not talking about actionless. Я не говорю об отсутствии действия, but effortless, но без усилия. To live a life that somehow happens by itself, жить жизнью, которая каким-то образом происходит сама по себе. And it happens smoothly, и она происходит плавно, without struggle, без борьбы. That even what you need to do, что даже то, что вам необходимо делать, what has to be done by you, или должно быть сделано вами, will happen by itself, происходит само по себе. Even what you need to know, даже то, что вам нужно знать, it will be known by you, будет знаемо вами, without making any effort, без приложения усилий. I'm talking to you. Я говорю с вами. I talk about this basically every day. Я говорю об этом практически каждый день.
This is my life. You are my life situation. Вы моя жизненная ситуация. You are my challenge. Вы мой вызов. I am not reading any book. Я не читаю сейчас какую-то книгу. I am not holding any notes. Я не держу никаких пометок, записей. From where these words are coming? Откуда from? Эти слова приходят? From where this knowledge is coming? Откуда from? Это знание приходит? It's coming from myself. Это приходит из меня. You don't need anything. Вам ничего не нужно. You yourself are the intelligent principle. Вы сами являетесь интеллигентным этим разумным принципом. Nobody came here with a book under the arm. Никто не пришел на этот свет с книжкой под мышкой. Nobody was born with the Quran or the Никто Bible. Никто не родился с Кораном или See? С Библией под мышкой. How to be a human being? Как быть человеческим существом? How to survive in the world? Как выжить в мире? Nobody came here with a remote control. Никто не пришел сюда с пультом управления. You came here empty-handed. Мы сюда пришли с пустыми руками. Because you don't need anything. Потому что вам ничего не надо. I understood. Я понимаю, что это очень трудно применить в жизни. Но нужно, по крайней мере, стараться это делать. И нужно так жить действительно, потому что никто, кроме нас самих, не внесет душевный покой в нас же. Я вот сейчас сижу, я просто это понимаю, действительно, что сами себе накручиваем вечно там чего-то. Я понимаю, простите. I'm sorry for what? За что, простите? Что я бы, может, инициативу взяла высказаться. That I took initiative and I'm talking. No problem. Никаких проблем. Thank you very much. I would like, can you come tomorrow again? Вы сможете завтра еще прийти? Завтра во сколько? What time tomorrow? I don't know. What time is tomorrow? Во сколько завтра? Seven. В 7:00 в другом зале. Это будет завтра в 7:00, только в другом зале. Yes. Can you come? Oh, okay. Сможете прийти? Хорошо. I want to talk to you again tomorrow. Я хочу снова с вами поговорить завтра. Okay. Nice. Спасибо вам огромное. Thank you very much. Огромное вам спасибо. Huge thank you to you, Сеса. Okay. Потому что действительно человеку порой нужно промыть мозги такими... Да, действительно, это не смешно. Это я не слышала, что вы говорите, потому что он смеется. А, я просто хочу сказать, что порой каждому из нас нужны такие промывания мозгов, скажем, чтобы поменьше было мыслей в них. Да, да. А поэтому я сюда и приехал. To do some washing. Постирать немножко. Спасибо вам большое. Okay. Спасибо вам огромное. Thank you very much. Завтра я непременно приду. Okay. No, you come tomorrow, no? You come tomorrow. Yes, yes, she will come tomorrow. Okay. Приходите завтра. Обязательно. You come tomorrow. Okay. Yeah. It is so... Классно. Yeah. Hold on, we have one question, two questions, three questions. Два вопроса, три вопроса. Four questions. Четыре вопроса. Okay, one at a time. Come. Давайте один and за then, другим. And then you can come. Вот вы, а потом вы. Okay, I will try to answer all. Come. Я постараюсь want? Ответить yeah, на come, все. Come. Yeah. Yeah. It's so simple. Это так просто. Здравствуйте. Yes. Здравствуйте, Олег, меня зовут. My name is Олег. Hello. Okay. Okay. Я подержу. Скажите, я понял, что вы говорите, что не надо заниматься практиками. Что вы что? Еще раз повторите, пожалуйста, я не слышу. Не нужно заниматься никакими практиками. You said добиваться, no need to practice anything, от нас ничего не зависит, мы не контролируем, и
Хорошо. You said that there is no need to practice anything because nothing depends on us. We are not controlling anything. Но так получается, что раз от нас ничего не зависит, мы не контролируем это, быть амебой или... But then if nothing depends on us, we don't control anything, then it means to be like amoeba, you know, like a... Или сесть... No, I'm doing like a frog. Я сесть... вот не как лягушка, не как амеба. Я понял, да. Или сесть просто в асану и как Будда отключиться от всего, получается, и... To switch off from everything. То есть от нас ничего не зависит. Because nothing depends on us. No, you misunderstood what I said. Нет, вы неправильно поняли то, что я сказал. Let's make it clear. Давайте разъясним. You cannot control the mind. Вы не можете контролировать ум. Neither there is a need to control the mind. Да и нет нужды его контролировать. You have to be conscious of your thoughts. Вам просто нужно осознавать свои мысли. And recognize all these ideas in your head. И распознавать все эти идеи у себя в голове. All these beliefs that you have in your head. Все эти убеждения, которые у вас есть в голове. Ideas of happiness, ideas of peace, love. Идеи о счастье, о покое, о любви, success, whatever. Об успехе. Все эти идеи. And see that all this is coming from outside. И увидеть, посмотреть, что все это, все эти идеи приходят извне. Пришли извне. Life is about getting married. Жизнь, она о том, чтобы выйти замуж или жениться. Having children. Родить детей. Okay, getting a job. Получить работу. Get money. Заработать денег. Build your house. Построить дом. And the list of ideas is endless. И вот этот список идей, он бесконечный. And then you grab that idea. Когда вы хватаете эту идею. And then you engage yourself in a mission. И вовлекаетесь в эту миссию. To make that idea to become reality. По воплощению этих идей в реальность. And even if you fulfill that idea, и даже если вы воплотите эту идею, when you, that idea is there, когда эта идея там, there is my wife, вот она моя жена, my children, мои дети, my 7 zeros in my bank account, вот эти 7 нулей на моем банковском счету, with a 1 in front at least, на еще хотя бы один там спереди, see? Единичка. And then, и тогда, And what is my happiness? А где же мое счастье-то? And where is my peace? Где мой покой? It's not there. Его там нет. So the first idea, то есть первая идея, that you have, которая у вас есть, that you get, которая была привнесена, которую вы заполучили, is the idea that you are that body. Это идея, что вы являетесь этим телом. That you depend upon that body. Что вы зависите от этого тела. And then you believe that you depend upon something else in the future. И тогда вы думаете, что вы зависите, вы верите, что вы зависите от чего-то в будущем. You came and say, "Hello, I am." What is your name? Вы пришли и сказали: "Здравствуйте, меня зовут Олег." I am Олег. Я Олег. When you say, "I am Олег," когда вы говорите, "Я Олег," you say, "I am the body." Таким образом вы говорите, "Я тело." That is an idea. Это идея. Sorry. No, don't need to feel sorry. Извините, не за что извиняться. You are not committing a crime. Вы не совершаете преступление или грех. Я понял вас. I understood you. Okay, then I am Олег. То есть я Олег. Means I am the body. Другими словами, я тело. I have an idea. Я это тело. То есть у меня есть идея. A thought. То есть у вас есть идея, мысль. That I am this body. Что я это тело. And then I believe in that idea. Затем я верю в эту идею. I am a man. Я мужчина. I am Russian. Я верю, что я мужчина, что я русский. See? Yeah. As more time you spend wearing this. И чем больше времени вы проводите как бы с этим телом, то есть нося как одежду это тело, this idea becomes stronger. Тем эта идея становится сильнее. And stronger. И все растет и растет. И сильнее становится. And you experience something pleasant. И затем вы переживаете, испытываете что-то приятное. And I feel good. И думаете, я чувствую себя хорошо. And I identify myself with that. И я отождествляю себя с этим. I feel better when I experience this. Я чувствую себя лучше, когда я это испытываю, когда я это переживаю. So if I have more of this, то есть если у меня будет побольше вот такого рода переживаний, I will feel better and better. Тогда я буду себя чувствовать все and лучше then и лучше. You start becoming emotionally, psychologically dependent upon something. И тогда вы начинаете становиться психологически, эмоционально зависимым от чего-то.
Okay. Thank you. Да. Я понял, что цель бытия — покой и понять, кто я есть. Yes? That the aim of the beingness is to understand that I am and that I am peace. Yes? Yes. Да. Но чтобы в социуме, живя, понять это, мы должны отказаться от... Люди трудятся, кто-то физически, кто-то учится в школе, они добиваются каких-то результатов, тогда получается идти или отшельником, или в монастырь, или как Будда, опять же, сесть в асане, и чтобы понять, что все есть покой, и кто я есть. Не надо трудиться и учиться на те же самые права водительские. But then we are in the society, and in society everybody are just studying or working or something, and then we have to sit like Buddha in meditation no. to understand that I am peace, realize it, or even no need to study at all, even to get the driving lessons. No. License. Again, nothing wrong with education. Опять я повторю, что нет, все в порядке с образованием. Nothing wrong with knowledge. Все в порядке со знанием как таковым. Nothing wrong with anything, actually. Все в порядке на самом деле абсолютно со всем. It's only the idea that there is something or someone that will make you happy. Только вот эта идея, что есть кто-то или что-то, что сделает вас счастливым. There is nothing wrong with the way you dress. Не, все в порядке с тем, как вы одеваетесь. The problem is the identity that comes with it. Проблема — это отождествление, которое приходит с этим. It's not that you are not going to work. Это не так, что вы перестанете работать. And you become irresponsible. И станете безответственным. Or there will be no physical activity. Или не будет каких-то физических действий. No. No. Нет. No, not at all. Нет, совсем нет. I'm talking about actions. Я говорю о действиях. That are not conditioned by an idea. О действиях, которые не обусловлены идеями. Thoughts that are not conditioned by ideas. Мысли, которые не обусловлены идеями. Actions that are free from desire. Действия, которые свободны от желания, то есть действия, которые не движущей силой не являются какое-то желание. То есть эти действия совершаем только с мыслями о том, кто я есть, в покое. When the action is going on, когда действие имеет место, когда действие происходит, while the action is happening, в то время, когда действие происходит, see, to whom this is happening. Посмотрите, с кем это происходит. Okay. И вот такой еще дополнительный вопрос. Okay, an additional question. Миссия, вы говорите, что цель бытия — покой, и кто я есть. You're saying that the aim of the beingness is peace, and who am I? Что касаемо миссии, предназначения человека. I'm saying that what is about mission and there is no mission in life. В жизни нет миссии. No. The being has no mission. У бытия миссии нет. The being is there just being. Бытие, оно просто пребывает, оно просто есть. No mission. No mission. Нет миссии никакой. There is no particular goal in life. Нет никакой-то конкретной определенной цели в жизни. Only human has the idea of mission. Только у людей есть эта идея о миссии. Ask to a cat, what is your mission? Спросите у кота, какая у него миссия. And the cat will tell you just to be a cat. A cat. И кот скажет быть котом. And a flower. Перерождения нет. There is no reincarnation. No. Нет реинкарнации. Okay. Окей. Okay. Тогда еще такой вопрос. Когда тело нет. Тело не я. You know, the thing is, you're talking you're talking very important subjects. Дело в том, что вы касаетесь очень важных тем. But each of them will take some time to elaborate. Но каждая из них потребует какого-то времени для разъяснения. This is happening. Okay. Видите, это происходит. Okay. This conversation is happening. Эта беседа имеет место, она происходит. But I don't see that there is any effort in it. Но я не вижу никакого усилия в этом. See?
This body is moving. Это тело движется. While I am talking. В то время, как я говорю. I don't see that there is any effort in it. Я не вижу в этом никакого усилия. За этим никакого усилия. Somehow spontaneously. Это каким-то образом происходит спонтанно. I'm not aware of making any conscious effort. Я не осознаю, что я прилагаю какое-то осознанное усилие. And yet it is happening. И тем не менее это происходит. These words are coming through this body. Эти слова не исходят и выходят, как исходят из этого тела. I'm not aware of making any conscious effort. А я не осознаю, что и прилагается какое-то сознательное усилие. It is happening. Это происходит. I'm talking about actions that are spontaneous. Я говорю о действиях, которые спонтанны. And they have no self-seeking, self-interest. И в этих действиях нет поиска себя, стремления к этому себе, созданию этого образа себя. Is to do for the sake of doing. Это просто действие во имя действия. To live for the sake of living. Это жизнь для того, чтобы просто жить. Are you following? Понимаете? And I wake up in the morning. Я просыпаюсь утром. And well, we have to do things, isn't it? Нужно какие-то дела делать, не так ли? Life will demand things from you. Жизнь будет требовать от вас чего-то. Challenges are going to be always there. Какие-то ситуации, вызовы в жизни, они всегда будут иметь место. What changes is how I deal with them. Что меняется, так это то, как я имею дело с этими ситуациями. I can either deal with them in peace. Я могу иметь дело с этими ситуациями или в покое. Or I can deal with them with stress. Или со стрессом. В стрессе. I can live either in peace, я могу жить либо в покое, or in worry, in fear. Или в страхах, волнениях. Your fear is never about what is happening. Ваш страх никогда не касается того, что происходит в данный момент. Your fear is about what is not happening. Ваш страх всегда о том, что не происходит. The future. То есть в будущем. О будущем. Your worries are always about the future. Ваше волнение всегда о чем-то в будущем. Yeah. It's always about future. Все время о том, что будет. It's always about there, then. Все время о том, там. Our life is all about future. Наша жизнь вся сводится к этим размышлениям о будущем. I'm trying to project something. И попытки спроецировать что-то, эту идею, прошлое, в будущее. Life, и наша жизнь, present, которая не что иное, как вот только настоящий момент, она таким образом растрачивается. Окей. Okay. Если я не тело, я не тело. Окей, if I'm not the body. Я не тело, но иногда в каких-то экстремальных ситуациях тело поступает так, назовем это, я не знаю, интуиция или еще как-то по-другому, оно совершает действия правильные, такие, которые я бы не совершил или не смог бы совершить, но оно делает это независимо от меня. Я сталкивался с этим, когда что касаемо с жизнью или смертью связано, тело совершает поступки независимо от меня, yes. Правильно. Yes, there is an extreme situation. Да, когда есть экстремальная ситуация. You have no time to think what is the right action. У вас нет времени на размышления, какое действие будет правильным. See, that action is not conditioned by any by knowledge. И это действие не обусловлено знанием. And it happens like this. И оно происходит. And you don't even know how you did that. И вы даже не знаете, как вы это сделали. How did you get there? Как вы туда попали? How you came up with such a thing? Как вам в голову такое пришло? I'm talking about the possibility to live every second in such a way. А я говорю о возможности жить каждую секунду таким образом. That is the challenge. Вот, скажем, это вызов. And then you are conscious of the challenge. И вы осознаете этот вызов. You are not thinking how to deal with the challenge. Вы не думаете, как вам иметь дело с этим, с этой ситуацией. See? Вы ее осознаете. It just happens. Poof. И это просто происходит. It's a spontaneous reaction. Спонтанная реакция. There is no self-interest. Нет этого какого-то преследуемого интереса в этом действии. You are not trying to get something out of it. Вы не пытаетесь от этого что-то заполучить. It's not self-seeking, you see? Нет стремления к какому-то себе, этого образа себя. Это на конкретную ситуацию это сделал я или это сделало тело?
But in the concrete situation, is it me who did it or the body did it? Okay, beautiful. Okay, прекрасно. In reality, на самом деле, в реальности, you are making everything to happen. Не могу сказать так. Вы делаете так, что все происходит. Вы являетесь причиной всего происходящего. And it's not limited to that body. И это не ограничено только этим телом. I don't know if you will believe this, understand this or not. Я не знаю, поверите вы это, поймете, понимаете вы это. But this universe. Но эта вселенная. Came out of your beingness. И зашла из вашего бытия. Without any effort. Так должно быть. Безо всякого усилия. You are making all this to happen. Вы делаете так, что все это происходит. Without any desire. Безо всякого желания. Without any effort. Безо всякого усилия. То есть просто так должно быть здесь и сейчас, независимо вообще ни от чего. So it just has to be like that here and now, independently from anything. Yes. Да. So yes. Thank you. Yes, so out of awareness, who is aware? I am aware. То есть из осознавания, из осознания, то есть кто осознает? Я осознаю. What is awareness? Yes. Что такое осознание? The source. Источник. The source of the sources. То есть источник источников. From where everything is coming from. Откуда все исходит? You are that. Вы и есть это. From where these thoughts are coming. Откуда эти мысли приходят? From me. Из меня. From where all this is coming from. Откуда все это появляется? It's coming from me. Из меня. От меня all ничего не зависит. And nothing depend on me. Подытожим. Если, если от меня ничего не зависит, я могу как-то улучшить, я не знаю, там... свое тело, свое финансовое положение, свое бытие. Yes, but what for? Да, но зачем? What are you seeking in it? You must be seeking an identity with it. Но вот для чего? Нет, не для чего вы это делаете? Вы, для чего вы это делаете? Должно быть какой-то поиск себя в этом. You can improve your health. Вы можете улучшить свое здоровье. You can improve your financial situation. Вы можете улучшить свою финансовую ситуацию. You can improve your relationship with your wife, children, family, the world. Вы можете улучшить отношения с вашей женой, детьми и так далее. You can improve your skills. Вы можете улучшить свои навыки. But you cannot improve yourself. Но вы не можете улучшить себя. Because yourself is perfect being. Потому что то, кто вы есть, это совершенное бытие. So if I identify myself with the body, если я отождествляю себя с телом, why am I doing yoga? Тогда зачем я делаю йогу? Because почему я ее делаю? I want myself to be better. Потому что я хочу, чтобы я был лучше, more flexible, более гибкий, strong, сильный. And that is me. И это я. See? Гибкий, сильный, такой вот я. Body. Exactly. Тело, именно. Yes. So you can do whatever you want. То есть вы можете делать все, что вы хотите. See, but all what you want. Но все, что вы хотите. Forcibly depends upon an idea. Скорее всего, зависит от идеи. You cannot look for something that you don't know. Вы не можете искать чего-то, чего вы не знаете. Otherwise, why you're looking for it? Иначе как же вы можете искать то, чего вы не знаете? You cannot choose something that you don't know. Вы не можете сделать выбор из того, что вы не знаете. You're choosing something because you know it. Вы что-то выбираете, потому что вы это знаете. See, you can try. Вы можете попробовать. You can improve your health. Вы можете усовершенствовать, улучшить свое здоровье. You will not be more happy. Но будете ли вы более счастливым? You can become a superman materializing things. Вы можете стать суперменом, начать материализовать вещи. Developing psychic powers. Развивать какие-то сверхвозможности. Making miracles. Yeah. Делать чудеса. But you will not be happy. Но вы не будете счастливы. You will not be in peace. Вы не будете в покое. See? But no. If you forget it all. Если вы забываете все, отбрасываете все. I don't know. It's more fun. Это гораздо больше, гораздо веселей. Life becomes an adventure. Жизнь становится приключением. See?
It's about this moment. Она об этом настоящем моменте. I'm dealing with this moment. И вы имеете дело с настоящим моментом. And everything is okay. И все в порядке. And life is okay. И жизнь в порядке. See, we are looking for something because you believe that it's not that whatever it is. А мы ищем чего-то, потому что за этим стоит убеждение, что этого нет, что бы то ни было. You don't have money maybe because you think that it is not there. У вас нет денег, потому что вы думаете, что их нет. You're looking for a relationship because you think that it is not there. Вы ищете отношений, потому что вы думаете, что их нет. Everything is there. Все есть. And it is contained within you. И это содержится в вас. It is there because it came out of you, for you, by you. Это там, это есть, потому что это изошло из вас, благодаря вам, для вас. But your sense of separation is the problem. Но вот ваше чувство отделенности, чувство обособленности от самого себя и есть проблема. То есть универсальная рекомендация: мы есть то, что мы думаем. Recommendation is we are that what we are thinking. We are what we are thinking. No, you are not what you are thinking. Нет, вы не то, что вы думаете. You are that from where thoughts are happening. Вы то, откуда мысли происходят. You are that from where the thoughts comes from. Вы то, откуда мысли приходят. You are the source. Вы источник. Я имею в виду рекомендация смотреть на все просто. Просто смотреть на все. Is to be conscious. А моя рекомендация просто сознавать. Of what happens outside, то, что происходит вовне, inside, и внутри, and you will see a transformation, и вы увидите трансформацию, that it starts happening also by itself, которая также начнет происходить сама по себе, just by being aware, просто благодаря осознаванию, by being conscious, благодаря тому, что вы сознаете, you will recognize all these ideas in your head. Вы распознаете все эти идеи, вы начнете распознавать, видеть все эти идеи в своей голове. You will recognize the illusoriness of all that. Вы начнете видеть иллюзорность всех этих идей. You will recognize the futility of your efforts in trying to fulfill all that. Вы увидите бесполезность этих усилий, которые вы прикладываете, чтобы воплотить эти идеи в жизнь. И параллельно с этим another life will come into existence. Другая жизнь придет. So this life is going to happen by itself. То есть эта жизнь будет происходить сама по себе. While you become conscious of this. Когда эта жизнь начинает происходить сама по себе, когда вы начинаете осознавать эти идеи, которые управляют вашей жизнью. Вы будете так заняты этим осознаванием всего этого в вашей голове, что вы даже не заметите, что ваша жизнь происходит сама по себе. I'm telling you. Я просто наблюдателем. I am just an observer. You are just an observer. Да, вы просто наблюдатель. You are just a witness. Вы просто свидетель. You are just aware. Вы просто осознаете. Because awareness is just aware. Потому что осознавание, оно просто осознает. It doesn't do anything. Оно ничего не делает. And yet it causes everything. И тем не менее, оно является причиной всего происходящего, абсолютно всего. Everything comes out of you. Все исходит из вас. Everything is an expression of yourself. Все является выражением вас самих. But this expression is spontaneous. Но это выражение, оно спонтанное и без усилий. There is no effort at all anywhere. Нет усилий абсолютно нигде, ни в чем. Unless you want to reproduce something. Только если вы начинаете, это желание появляется что-то воспроизвести. Unless you want to control something. Только если вы хотите что-то контролировать. Unless you try to get something or get rid of something. Только если вы пытаетесь что-то заполучить или от чего-то избавиться. That is karma. Вот это так называемая карма. Тогда еще, пожалуйста, как вообще строить свои намерения в социуме? Трудиться. Forget about that. Забудьте об этом. You are asking for a technology. Вы спрашиваете технологию. I will not teach you anything. А я вас ничему учить не собираюсь. I will not give you any strategy or technique. Я вам не дам никакую технику, стратегию.
That is disrespectful. Это абсолютное было бы неуважение с моей стороны. See? You have to be free from any external influence. Вы должны быть свободны от любого внешнего влияния. I'm talking about to be completely and absolutely free. Я говорю о том, чтобы быть абсолютно свободным. And a teacher is a teacher. И учитель, вообще учитель. Is there to set you free? Он там для того, чтобы вас освободить. And that includes the teacher. Включая освободить вас от учителя. To depend upon somebody that tells you how to get there. Освободить вас от зависимости от кого-то или чего-то, кто вам говорит, как куда-то попасть. Just walk. Просто иди. And you will see. И увидишь. You will see as you go. И будешь видеть по мере движения. This way. А, вот сюда. Now this, а сейчас вот это, то. I'm talking about a life that is impossible to predict. Я говорю о жизни, которую невозможно предсказать. A life that is going to happen in such a way that you will never understand yourself. Жизнь, которая происходит таким образом, что вы постоянно не будете себя понимать. That you may even know how did you get there. Вы даже не будете понять, как вы туда попали. No prediction. Никаких предсказаний. No map. Никакой карты. No GPS. И GPS никакого. No plan. Никакого плана. Nothing. Ничего. As it goes. По мере поступления. And a plan по мере may движения. A plan may arise. И план может прийти. But as it's by itself. Но сам по себе. Puff. Ah, okay, I know how to do this. Okay, знаю, как это делать. Da, 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 da. Then you do it. Да, делайте это. But it's going to come. Но это придет. Out of being aware of what happens. Благодаря осознаванию того, что происходит. The way to deal with what happens. То, как иметь дело с тем, что происходит. Arises out of the being that is aware of what happens. Приходит из бытия, которое осознает то, что происходит. There and then. В тот же момент. How is going to be? Как это будет? You will know it then. Вы будете знать это тогда, в тот момент. See what is going to be? Как это будет? You will know it then. Да, тогда и узнаете. It is yeah. Если так просто идти, поддаваясь случаю, идти, и можно под машину попасть. Так, если поддаваться случаю. If just to walk like this, then you can walk and then the car can run over you. No. Да нет. No, because I'm talking to not to walk like this. Я же не говорю ходить вот так. I'm talking to walk like this. Я говорю ходить вот так. To be fully present. Полностью присутствовать. In this moment. В настоящем моменте. But if you are walking. Но если вы идете. Thinking about your plans. И думаете о своих планах. You may not see the car that is coming. Вот тогда-то вы можете не увидите машину, которая. And then the car can run over you. Вот тогда машина вас и переедет, может быть. You see? Because you are not paying attention. Потому что вы не обращаете внимания. You are not aware. Вы не осознаете. You are thinking. Вы думаете. You are not aware of what is happening. Вы не осознаете то, что происходит. Outside. Вовне. You are only aware of what is happening here. Вы осознаете только то, что происходит здесь. You are aware of what is not happening. То есть вы осознаете то, что не происходит. You are always aware of what is not happening. То есть вы всегда осознаете то, что не происходит. What happens here? То, что происходит здесь, is not happening. На самом деле не происходит. It's never going to happen. И никогда не произойдет. You see, we are living in Neverland. То есть мы живем в этой несуществующей стране. Here on the roof. Здесь у себя на крыше. Watching all these movies. Смотрим все эти фильмы. Missing the whole point. И упускаем. То, что есть. The beauty and the simplicity of this moment. Красоту и простоту настоящего момента. Which is the only thing that это единственное, have. Что у нас есть. Надо ли прислушиваться к себе? Многие говорят, что надо прислушиваться к себе, к своему телу, к интуиции. Надо ли это делать? Do we have to listen to ourselves, to our body, to our intuition? Yes. Да. Yes. Да. Listen to yourself. Слушайте себя. See, but first you have to know yourself. Сначала вы должны знать, кто вы.
Кого себя слушать? You are listening now to what you think you are. Сейчас вы слушаете того, кем вы себя считаете. See, all these ideas все эти идеи в своей голове. Yeah. You need to know who you are. Необходимо, нужно знать, кто вы. Who is here, не кто он, кто она. Или что that. Это такое, то такое. And how to get there, или как туда попасть. You need to know who you are. Вам нужно, необходимо знать себя, and познать себя. Will be just fine. И тогда все будет в порядке. Thank you. Okay. Yes, no. Come here, sir. Yes, come again. Actually, you don't even need to know who you are. You need to know only that you are. На самом деле, вам даже не нужно знать, кто вы. Вам нужно знать, что вы есть. Because what you are is not что вы просто есть, потому что то, кем вы являетесь, это не кто-то. Yeah. Здравствуйте. Здравствуйте. Мой дорогой блуждающий ум. I have a different kind of wandering mind. Okay. Я хотела такой вопрос. Ну, в общем, у меня не совсем вопрос, у меня такая небольшая предыстория есть перед вопросом. I wanted to ask a question. Actually, it's not a question. It's like a little story before the question. I know, I know. А все время какая-нибудь история. Before the question. Excuse me. До того, как вопрос прозвучит. Она короткая. It's a short one. Okay. В общем, 5 лет назад я встретилась со смертью. У меня был опыт перерождения. 5 years ago I met with a death. I had an experience of rebirth. Это помогло мне найти вот это состояние покоя. And it helped me to find this state of peace. До поры до времени. Until certain time. То есть меня хватило на 2 года. Like it lasted for 2 years. Да. Беспокойство по какому поводу возникает? Then, okay. Я заметила, что мой ум нашел лазейку. I found myself that my mind found found something. Yes. Это называется беспокоиться или бояться на всякий случай. It's to worry or to be anxious just in case. Just in case. Yes. Я это понимаю. And I understand that. Но убрать это не могу. But I cannot remove it. Okay. Например, okay. Когда мой ребенок начинает ходить по балкону. For example, when my child is walking on the balcony, the worry appears. Я ему предоставила полную свободу, ну примерно лет до 2, и он побежал на трассу под машины. I gave him full freedom until he was 2 years old, and he ran to the highway, straight to the cars. То есть вот такая вот у меня большая паранойя есть, которую я пока справиться не могу. So I have a huge paranoia which I cannot deal with myself. Okay, you can take care of things without being worried about them. Вы можете иметь дело с чем-то, то есть заботиться о чем-то, но при этом не волноваться об этом. You can save the stress and all that stuff. Вы можете избавить себя от стресса и так далее. Я это понимаю, осознать. I understand that, but how to become aware of that? Это нужно ребенка потерять, чтобы пережить этот опыт. Я не Do I have не to понимаю, lose my как? Child to no, have no, this no, no. experience? No, нет, no, нет, no, нет. No, no. You don't have to lose anything. Не надо ничего терять. Все время значит переживать все время, да, по этому поводу. So, I will worry all my life because of that. No. Нет. The worry is not the problem, even. Даже волнение не является проблемой. When the worry comes, когда волнение приходит, you identify yourself with the worry. Вы себя отождествляете с волнением. And then you think you are worried. И тогда вы начинаете думать, что вы волнуетесь about something. О чем-то. Behind that worry, а за этим волнением is memory. Стоит память. Is the mind telling you? Memory. Yes. Это ум вам говорит. It can happen again. Это снова может произойти. It will happen again. Это снова случится. Be careful. Будь осторожна. Самое-то главное, это чтобы в моей жизни, в прошлое, было такое уже. То есть я потеряла родного человека именно таким образом. То есть я плыла, и он ушел из жизни, он, ну, погиб. Благодаря тому, что я не обратила в нужный момент свое внимание на это. Actually, this happened in my life already, that I lost a very dear person because I was swimming and because I didn't pay attention
this somebody died. Even if you would have been paying attention. Даже если бы вы обращали внимание. And you would have tried to do your best to avoid that. И вы бы сделали все, что в ваших силах, чтобы этого избежать. That's not your fault. Это не ваша вина. But that definitely left an imprint within you. Но это абсолютно точно оставило в вас отпечаток. And this is what I'm talking about. И именно об этом я и говорю. You just put the finger in the nail. Вы прямо сейчас попали пальцем в точку. I want you to see that most of our actions and reactions. Я хочу сказать, что большинство из наших действий и реакций are conditioned by an image. Обусловлены образом, каким-то идеей, образом. And this become, and there is an idea that it may or it may not happen again. И есть идея, что это может произойти снова. And when we see life. И когда мы видим жизнь, we see life through these мы воспринимаем glasses. Жизнь через эти очки. We never see what is there. Мы никогда не видим то, что есть, we то, что на самом деле есть. What we think is there. Мы видим то, что мы думаем имеет место. What we think is not there. We think is not there. Или мы думаем, что чего-то нет. Я поняла. Ну, когда я пробую, тоже я практикую это. Например, I understand, I'm trying and I'm practicing that. Пробую не обращать внимания, то есть отпускать I'm ребенка, да? To pay no attention, to и let появляются the child go. Люди в окружении, которые начинают говорить, yeah. что я должна его контролировать постоянно. То есть это как бы происходит. Я не говорю вам не обращать внимания на ребенка. I'm not telling you to let the child do whatever it pleases. No. Я не говорю вам позволить ребенку делать все, что ему заблагорассудится. I'm telling you to look this inner reactions. Я вам говорю, наблюдайте эти внутренние реакции. You see? To observe that. Наблюдайте их. And to see how that becomes myself, that becomes И посмотрите, me. Как эти реакции становятся вами, как это становится чем-то, с чем вы отождествляете, что это я. So you can get rid of that. Чтобы вы могли избавиться от этого. But you will not get rid of that. Но вы не избавитесь от этого. By doing something. А благодаря тому, что вы что-то будете делать по этому поводу. It will go by itself. Это уйдет само. If you don't identify yourself with it. Эти реакции, это уйдет само, если вы перестанете отождествляться с этим, если вы не отождествляетесь с этим. Ну вот с болью у меня получается не отождествляться, а вот But с этим пока нет. It is like I cannot identify myself with the pain, but with this I can't. You can disidentify yourself with anything. Вы можете разотождествиться с чем угодно, абсолютно со всем. You are creating a limitation with your mind. Вы создаете ограничение своим же умом, своим мышлением. I cannot. Я не могу. That is what you think. Это то, что вы думаете. See? And you are giving reality to a thought. И вы наделяете эту мысль реальностью. Вы верите в эту мысль. See? You are creating. You are superimposing a limitation upon yourself. То есть вы накладываете на себя ограничения. Все, я поняла. Exactly. Identifying yourself with what you think. Вы отождествляете себя с тем, что вы думаете. You are not what you think. Вы не то, что вы думаете. Я сейчас нащупала вот эту грань, которая мне нужна была быть, то есть золотую середину. I now I touched, I understood this middle point, yes. this golden middle yes. point. Yes, this is you touch this, if you get this, that's enough. Ну все, тогда спасибо, пусть еще люди зададут вопросы. No, people ask other questions. Wait, no, because this Нет, is very подожди, important. Это очень важно. All the questions are basically the same. Все вопросы, они в сути одни и те же. Половина зала уже знакома с моим сыном. Yeah. Half of the hall already knows my son. Yeah. See, then that's okay. You just switch it off so he cannot. Give it, просто can... выключите микрофон. Это... See, so. If you have to see this moment when you apparently become what you think. Просто увидьте, уловите этот момент, когда вам кажется, что вы становитесь тем, что вы думаете. It's okay, it's fine. He's taking care. Кто-то за ним смотрит, не переживайте. Your mind. Смотрите за ребенком. You are not. Ваш ум.
You are not your mind. Sorry. You are not your mind. Вы не ваш ум. You are not what you think. Вы не то, что вы думаете. When thought happens, когда мысли происходят, see from where they come from. Посмотрите, откуда эти мысли приходят. As they happen. В тот момент, когда мысли приходят, в тот момент, когда мысли имеют место, смотрите по мере поступления, откуда они приходят. What is that? Что там? From where do they come from? Откуда эти мысли приходят? Откуда они приходят? Это ум. This is mind. 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 Mind cannot come from mind. Ум не может прийти из ума. Mind is thoughts. Ум это мысли. From where these thoughts are coming from? Откуда мысли приходят? Have a look. Посмотри. And tell me what is there. И скажи мне, что там. And then you call it however you want. И назови это как хочешь. Откуда приходят мысли? Из ниоткуда. I don't know from where. What do you mean by I don't know? А что ты имеешь в виду под я не знаю? Из ниоткуда. From nowhere. But that nowhere is there. Но вот это ниоткуда, оно там, да? See? They come from nowhere. То есть они приходят из ниоткуда. Да. Yes. Yes. Silence is there, no? То есть тишина там есть. Я себя отождествляю с этой тишиной. Я себя отождествляю с этой тишиной. I am identifying myself with this silence. You are that silence. Поэтому ты мысли есть это эта я. Тишина. You are that silence. Ты есть эта тишина. That's why thoughts is myself. That's why thoughts is myself. No. Нет, нет. You cannot be the thoughts and the silence at the same time. Ты не можешь быть одновременно и мыслями, и тишиной, откуда эти мысли приходят. Вот в чем загвоздка. Одновременно не получится. No, it's not possible to be at the same time both. You cannot be two at the same time. Нет, ты не можешь быть тем и другим одновременно. See. You can think. Ты можешь думать. But you cannot be what you think and what you don't think at the same time. Но ты не можешь быть и тем, что ты думаешь, и тем, что ты не думаешь одновременно. Somehow yes. Ну каким-то образом да. In a sense, the thing is, I'm just running out of time and I need some time to explain this to you. Yes. Просто мне нужно какое-то время, чтобы это объяснить. Потому что, знаете, вот тоже такое состояние было дуальное, словно я люблю и не люблю одновременно. И it's тут also то же самое. Like a state of duality, like I love and I don't love at the same time. I think that I know what you mean, but we need more time to talk. Я думаю, что я знаю, о чем ты, что ты имеешь в виду, но мне нужно время, чтобы это объяснить. Ты сможешь завтра прийти? Постараюсь. I'll try. Yeah. Okay. Okay. Let's say thank you to Cesar. Listen.